Блин, сейчас это потыкал в Денди и вспоминать, то есть голова тупит на управлении в шашках. Так, игра как бы намекает. Что у нас есть? Вот так вот у нас чувствую есть. Давно мы не танцевали. Кек. Шо, кого вы там банить собрались? Нечестно обманывать модера. Может, сена? Не, вряд ли. Ни Випен Смита нет, ничего. Ну, гоу пока так. Я хочу выкупить вот это вот все. А дальше подумаем. Готов, готов слететь в бишей. Лишь бы был контентик. Вообще, по-хорошему, можно было тоник продать, джаггера поставить, но это другой уже вопрос. Ну, со второго раунда выставить жирную панду, это круто. А шамана, что толку? У нас этого арка нету, 6 закрыть не круто, блин. Оу! Давайте искать орков. Игра предлагает нам орка. Энигма призовет. Ну, это, конечно, здорово, но шанс на призыв Энигмы тоже не сильно велик. Скорее, Тоника призовет. С орками интереснее. Орк. Больше орков меня бафает. Ту-ру-ту-ту. Ну чё, игра? Орите. Не хотите орать, да? Предмет надо вскрыть. А вот тут надо подумать, что брать. Еще я хочу вот это взять. Да рубани его чуть-чуть-то, алло, почему нет? Я думал про левел. Он, наверное, что-то передумал. А чё панда молчит? Мне не нравится, когда панда молчит. Я могу воина поставить. Уджа. Ну, мне нравится, наверное, так. Слабый стал и есть. Да, Пуджи не ошибка. У нас есть потенциальные апы, которые... Ап может принести даже панда, принеся джаггер или акса.
Джаггер, надо жить и вообще бороться с этой несправедливостью. Еще покрутиться разочек. Уджик, тяни, тяни его. Блять, ну что ты не мог раньше обилку кастануть? Боже, какой хитрый Фурион. Нам тут совершенно не обязательно было проигрывать. My quiver and bow are ready. Dex, are you ready for shenanigans? Совершенно не обязательно. Вижу эльфов, вижу мипаря. Вижу Вайда. А мы всем будем проигрывать, да? Похоже, что да. Такой лустрик интересный нарисовался. В скобочках неинтересный. Так, это занято. Тоников это будет либо Син, либо Войд. Я, похоже, что не буду Хантером. А чем я буду? У нас ничего не собралось. Можно было и пуджа продать. Здорово, Максик. Реально фуловый лустрик. Постояли на панде. Получили 7 в лицо. Постояли на панде, проверяйте. Я чувствовал. Я вот прям почувствовал, что с таким лустриком надо полностью стол убирать. Еще второй еще придет. Ох, это еноте чутье. Никогда еще не подводило. Здоровый сампанчик. Батя в здании, на задании. Угу. Нужен ли мне этот орг для дефа? Давайте подумаем. А, то есть... Так, точно. Акса я должен брать точно у этого. Давайте тогда...
Это может быть ошибкой, конечно, я сделаю так. Enchanted, I'm sure. Are you ready to rumble? Head for the quarry. Угу. 3-4, но я должен буду сейчас это продать. Пришлось так сделать. Я боялся, что не дефну. Эти от нас уходят. Надо найти приста. Возможно, Оракл мы сейчас продадим, если найдем еще одного. Щиток. Ой, какие плохие предметы. Насколько я смогу реализовать ваут? Скорее не насколько. Я должен еще проигрывать, ребята на пристах так стоят. Ко мне еще один не заходил. Но манго, мне нечем будет побеждать, если я возьму манго, и мне не нужен левел. Вот в чем проблема. Значит, я либо ваут, либо монополию должен брать. Это плохо. Разор, я думаю, еще рановато брать. У нас здесь сегодня, слава богу. Ну и как всегда, бан троллей супер дорогой. Печально. Тоника мне могут замонополить. А что здесь? Ну, здесь обилка не взята, скорее всего, монополия валяется, да? Волт плохой перк, у меня же челюсть не упал. Лазер в моем случае был бы лучше. Я быстрее бы собрал юнитов и поставил какой-то борт. Ну, поклон к стримеру, у него есть кнопка всевласти. О чем там речь, не понял. Ой-ой-ой. Два. Фичку надо брать, да, хочется, а не может. Пока что. Вообще, я думаю, мы можем так сделать. Поэкономим чуть-чуть хп. Всех денег не заработать, и хп нам нужны. Со зрителями катки будут? Не знаю, со зрителями. Сегодня пятница, не пятница, потому что у нас выходные, то есть длинные. Сколько время? Ну, хотя можно после этой катки со зрителями бахнуть. Блин, бога бы какого-нибудь. А чё я могу полезного выставить? Вот хоть капельку полезного.
из того, что здесь есть. Никто ничего не закрывает, стена не поставишь, это не поставишь. Просто морфа еще воткнем. Ну вот, Винстриксе потихонечку набиваем, приятно, а так бы могли... Минус ХП, ну это правда, вот эти два раунда, если бы я достоял в Лустрике, было бы круче, я бы кучу денег срубил, то есть это десятка голды плюсом была бы. Не за такое большое количество ХП. Из минусов очень много у нас тоников, да, забирают. И марсиков. И здесь, похоже, монополия. Enchanted, I'm sure. I bring the spark of my power surges. Я не знаю, как это вышло, но игра, окей. Просто я должен понимать, что, скорее всего, тоников мы не соберем. А разорчик как бы неплох. Это точно об стола. Много аксов, много этих. Ну, здесь точно монополия спрятана у этого жука. Точно монополия. Он монополию будет жать, только на 20-й раньше не будет. Мне нужно найти где-то 5 тоников. Так, винстрик обломался. Здесь тоже, да, сильно. Шестой валанчик там сильный. Ну как сильный? Ну, в принципе, для лобби сильный. Разор очень рано собирать. У меня есть проблемы с двойками. Придется это залочить. Возможно, сейчас придется деньги, да, много отдать. Не, я эту барышню должен в 3 гнать. И Рубик мне нравится. Побыстрее бы Джаггера найти. Бан троллей нам хорош, потому что мы тройку наберем. Но это из чего? Этого я готов продать. Надо вот это собрать. И все. Боже, столько денег сейчас слил просто так. I
Да, давайте это три разора в пятом соберем, почему нет? Где мои джаггеры, не понимаю. Возможно, Рубик овер ее надо был, но мне ее в 3 все равно гнать. Но они вообще не идут. Ой, как больно будет. Иллюзии пропадайте. Фу-фу-фу. Много 9 эльфов с думом. Так, ну погнали. Купи-ка вот это 87. Да, я что-то завтыкал, надо было разора выкупить, слот был же под него. То есть я потерял пару монеток. Они сгорели. Видимо, без феечки, потому что я сейчас буду на сраливать все бабки на 20-м. А, он не прожал монополию? Он виспа взял? Ой, Валанчик оказался френдли, на удивление. Так, сейчас собраться, надо сейчас все отролить, все закрыть Т3. Очень важно прям сейчас это сделать. Фулл фокус, поехали. Сейчас надо вообще фулл фокус. Никаких поз, никакой ерунды. Я думаю, ничего супер страшного не случилось. Марса как-нибудь найдем. Удачи нам. Там Марс Т3, да, все Т3. Главное, чтобы не монополия, иначе нам ГГ. Марс удалили. Как мы можем достать Марса? То есть вот этот Марс уже не имеет никакого смысла. Либо через 3 виспа. У нас есть Элдер Титан на замену Марсу. Ну все. Теперь только в левел. Буду ли я Марса через 3 виспа собирать? Мне нужен теперь Син Рипер. Джаггер, это твое. Держать этого одинокого Марса вообще ноль смысла. Все, поехали. Разорчик тоже как-нибудь соберем. Осталось найти, то есть поставить визарда в 2. В 7. То есть дособираем этого, найдем визардов. А есть ли опасность каких-то рубиков, что нам замонополят? Есть. Это тоже плохо. То есть со мной точно идет Рубик. Ну и вилка. Ну
cannot be moved. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. One wave follows there are another. Who cannot be mimicked. In green, I go. My power! I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Угу. Ну, пойдете. Вообще надо левелапить уже. Некр пятерка? Нет, некр четверка. Против Вайда, Вайды меня, конечно, контрят в салат. Надо найти одного морфлинга. Да, морфлинга тоже надо сейчас срочно находить и левелапать. А, Марс пока как бог нужен, да, как воин. А сколько до левелапа? Да без разницы. Мы в порядке. Ну давайте. У тебя в патчноуте он отмечен как пятерка. Некр четверка. Не знаю. Ну вот, вот некр, вот он четверка. В Google Доке оранжевый. Не знаю почему. Он у нас до сих пор четверка, и все с ним в порядке. Не вижу большого смысла в некре пятерке. Блин, выкинуть этого Марса через три виспа я же его апать не буду. Элдер Титана найдем и все. А воина поставим дома какого-нибудь. Почему нет? Я же не буду через три... Ну вот где три виспа возьму, наверное, его? Нет. Рубик удален из пула. Красиво. Красиво катает. Там еще денег килограмм. Моего эльфа катает. Ну этот Рубик нам точно нужен. Может даже через виспа будут и два закрывать. Кстати, почему стали 9 эльфов катать? Но он классный. Сколько у тебя вилок? Мало. Но вилку я тоже далеко собирать не буду. Оракла, может быть, стоит собрать вместо Рубика. Не, нельзя. Если только честно не получится. Не, Оракл вообще мимо тазика. То есть я хочу Дума и Элдер Титана. Хороший план? Хороший. А что дальше у нас есть? Ну, типа Квапа, Дизраптор, Варлок, Тэчес, Энигма. Короче, рыцари апнули нехило, а спектра дает 4 демон-хантеров, которые делают весь стол демонами. Жесть, да. Джаггер, у меня для тебя что-то есть. А можете с нами с Капой идти? Почему нет? С Квапой?
Будет ли его банить? Синов закрыть сквапой. Будет круто. Дум, Элдер. Ой, Джаггер тут вообще идеально прыгнул. И самое приятное, что у меня Дум идет в Разора. Это отвод. Терча нету. Этих я не сделаю. Даргир есть. Валанчик по стандартным чертежам. В любой непонятной ситуации собирая Кира. А, 30. Короче, мне хватает, не вижу причин себя ограничивать. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Дальше в 9 ищем квапу, меняем. В 10 дум. И все. Сины. Пойдет. Не-не-не, товарищ Чен, не в мою смену. Удивительно, как со мной этот эльф подрался. Ну, чуть-чуть на тоненького подрался. А кто мне еще? Разор, Джиггернаут, разорчику дать вот это? У Джаггера встроено есть, а этому пригодится. Сины закрываются, когда квапу найду, закроются. Просто это получается у нас Акир под богами. И Санкин хорошая фигура. Контроль лишним не будет. Ой, тут стоп. Звери-хантер на мусорке. Ну тут просто фью, и нет никого. Энигма в пуле? Да. То есть, возможно, это мы уберем. Чё, смиримся с тем, что Рубик у нас Т1? Что я не хочу так переплачивать за Рубик, еще в него виспа потом отдавать. Боже, весь пул за монополией. Посмотрите просто. Пул с дырок состоит. Легион очка. А здесь эльф со сломанным ТБ. Не, ну хилимся, живем пока. Здесь вроде тоже хилимся, живем. Нужен левел. В 9 паролить. Убрать. Кстати, Рики тоже неплохо. А когти что нам дают? Там даманты недопрухаем, не.
Монополия со стороны оппонента, бесплатный бан, да? Ну, нам, правда, жалко Рубика. Феечку вот эту вот тоже можно было бы собрать. Миранку. Миранку, ладно, не жалко. Джаггер обязан сюда у меня допрыгать. Просто обязан. Хорошо. Может его разобрать, Джаггер? Щиток ему что-то дает. А что мы можем вытащить полезного? Свена Тайдхантера. Ну, то есть, либо виспы, либо вот этот Blackface Gear. Сапожок, даже не знаю, что. А, стоп. Мне показалось ли? Да, кстати, Войд для нас проблема. До появления Энигмы. О, здравствуйте. А что тогда виспов берем? Слотов-то не так много. Я хочу левелапнуть. Висп, висп, висп. В кого? В него, в Энигму. В Квапу потом. Остап Юрич подписывается 7 месяцев подряд. Спасибо, Остап Юрич. А ну, лови, лови мои сердечки. И приветственного енотика тебе. А почему легонка не мерзнет? Это что, Войд? Так, как я это сделаю? 8, у меня 2 слота еще, да? 9, 10, визарды. Богов закрывать не обязательно. Раз. Сколько до левела нужно? Раз, два, три. У нас поломаны воины из минуса. Вот это тогда со мной не идет никак. Но зато получаем тотемчики. Чуть меньше арморчика. Хорошо, справились. Ой-ой-ой-ой-ой. Золотой дождь. Блинк тоже хорошо. А думаю, Марс с нами ни при каком, ни при каких обстоятельствах уже не идет. Отпускаем. Замонополили, и бог с ним. О, пойдет.
Я хочу вот так сделать. Вот это отдадим Разору. И Саманта будет, скорее всего, в Разоре, да? Как думат, вот. Но мы тут Василяторы. А в... что я делаю в Next Level? Просто могу поставить допом Энигму. И мне денежки еще чуть-чуть. Блин, один оф. Интересненько. Вообще, наверное, это ошибка, надо было Book of Dead не Джаггер давать, хотя это Аджор. Также актуальным остается закрытие Сена. И у нас нету в пуле друидов, так что вот это вообще полнейшая лажа, да? Друидов-то всех замонополили, как я это собрать хочу, никак. Медведик в свое время, но найду, когда надо будет. Окей. Манта. Левелап в Сена или как-то посмотрим. Стоп. Не всех друидов замонополили? Фурион, Лоник, Элдер. Не хватает. Хорошо. Ну, в смысле, плохо. Щит бомжа тебе дать? На. Энигма тут точно лишней не будет. Интересно, да? Покатали. Лол кек. Мы чемпионы. Так, ребят, чатик, что я пропустил? Хорошая игра. По итогу со всеми подрались. Красиво. Курьера не взял, Валанчик. Какого курьера?